Итак, я довязала я, посмотрите, довязала я вперед и спинку. Правда, я не так, как ранее предполагала сделать вот здесь спереди. Спереди у меня было 11 веерочков, а на спинке 9. Я довязала до 15, а на спинке сделала на 2 меньше, это 13. Ну, сейчас пересчитаем для верности и будем уже соединять вперед со спинкой. Сделаем расчет уже по нашему размеру. И это очень серьезно. Послушайте внимательно. Значит, сейчас мы посчитаем, сколько у нас спереди и какой разрыв между передом и спинкой. Так, считаем. Вот удобно считать веерочки, когда они идут вот в ряду. Считаем от первого веерочка, который от цепочки идет. Вот от цепочки, от первого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и еще ряд сверху. Там не веерочек, но 13 веерочков. А получается, что 26 рядов. Но по веерочкам удобнее. Вот 13 и 13 и сверху вот эти косички, они уже означают, что еще там один ряд есть. Ну, 13 от цепочки. Значит, идем считать по спинке, сколько у нас веерочков. Тоже считаем от плеча, удобней смотреть. Вот была цепочка, вот она, цепочка не тянется, вот она. И от цепочки у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и ряд. В общем, 12 веерочков. Оказывается, я не такую уж и большую разницу сделала между передом и спинкой. Но просто у меня уже тут разбита рука, и я визуально вижу, что вперед все равно как бы длиннее, а еще он отпарится, отгладится. И видите, уже видно, что вперед он длиннее, чем спинка. Спинка была связана еще туго, туговатенько, рукой не разбитой, а спереди я подвязывала. И сегодня у меня настроение другое, более расслабленное, может быть, более я спокойна и уравновешена, и уже вяжу, не стягивая узор. Поэтому вы также смотрите сообразно вашему изделию, рассчитывайте. Значит, все, связала я вперед и спинку до проймы. Вот эти части, эту часть. Сейчас я его подчеркну, чтобы вы увидели, как это тут на белом листе не очень-то заметно. Сейчас отчеркну. Вот я сделала вперед до проймы. И спинку. И теперь нам нужно их соединить. Я неспроста вот здесь оставила еще такое место. Это будет наш макет, как мы соединяем. Вот, вот такой макет нашего изделия получится. Да? Вот это рукав. Это вперед. Это будет другой рукав. Да, вот другой рукав и переход на спинку. Так вот, чтобы нам найти вот эту величину, сколько мы должны набрать сантиметров под мышками,
чтобы вписаться в свой размер, в нужный нам размер. Допустим, вы себе вяжете по своему размеру. Вы что делаете? Вы измеряете объем груди. Ну, допустим, у меня он, ну, 46 размер, это 92, да, объем груди, допустим, 92 сантиметра. А связано у вас, измеряете вот эту ширину. Ну, желательно, конечно, я, наверное, сейчас прям так и сделаю, чтобы не быть голословной. Да, я хотела не быть голословной, но вдруг вспомнила, что лучше сейчас не отпаривать недовязанную вещь. Лучше уже отпаривать ее, отпарить, прогладить, когда она уже вся будет собрана, все связано, все сделано. И тогда хорошо отпаривать, чтобы ровные все детали стали, можно будет при отпаривании их выровнять. И если что-то где-то как-то маленький вот перекос в смысле плотности вязания был, то это можно во время отпаривания и будет исправить. А сейчас пока мы будем так поступать. Вот примерно, вот смотрите, вот вроде как отпаренная вещь, да, уже раскрыта. Мы берем сантиметр и измеряем ширину. Ну, это предполагаемая ширина. Я, в принципе, всегда вяжу ну, на размер, на два размера, даже больше. Особенно такую вещь, которая должна быть летящей. Она может варьироваться, допустим, человек из 40-го размера одел, она будет на ней как разлетайка, и 46-го, и 48-го, она уже будет более плотно, но все равно это трапециевидное изделие, оно будет к низу расширено, поэтому все-таки лучше делать хорошие припуски. Вот я к чему. Значит, мы измеряем ширину одной полочки. Ну вот, допустим, она будет у нас 18 сантиметров. Значит, вторая полочка тоже 18. Это 36 спереди. И считаем. 36 спереди. И спинка. Какая у нас спинка получается? Ну, тоже вот так вот, если ее немножечко раскрыть и посмотреть, сколько она по ширине примерно получится. Тоже 36. А, ну да, правильно, тут же у нас одинаковое количество этих веерочков. Так, 36. Это ширина 36. Вот эта ширина 36. И эта ширина 36. Это будет 72, да? Это будет 72 у нас есть. Значит, у нас не хватает 20 сантиметров до полного объема груди, до нужного, да, размера. 20 сантиметров поделим на две части, на две проймы. Это по 10 сантиметров. Значит, равняется 10 сантиметров от пройму. Вот здесь нам надо добрать 10 сантиметров. Правильно? И сколько у нас веерочков помещается в 10 сантиметров? 3 веерочка, даже 4. Вот так вот, если разделить, расширить, то как раз 3 веерочка и помещается. Значит, таким вот путем мы узнали, сколько нам нужно добавить под пройму. По 3 веерочка. По 3 веерочка. Так. 10 сантиметров по 3 веерочка. Сейчас свяжем цепочку
в 10 сантиметров и соединим ею вот эти детали. Просто берем сразу, где наш крючок. Крючок. Ау. Ау. Вот он, крючок. И начинаем соединять. Что мы делаем? Мы начинаем. Вот у нас получится начало нашего большого ряда теперь полностью по окружности груди, да? Это у нас разрыв на планку только получается. Вот мы в начале ряда, значит, привязываем ниточку. И проходим по рисунку. Так. А по рисунку тут не очень-то и получится. Тут вот с этой стороны, если начать ряд, тут хорошо, что такие вот ошибки случаются у меня, так сказать, чтобы я вам показала, что вы потом такие ошибки у себя не нагородили. Я по забывчивости, конечно, потому что 10 лет назад вязала этим рисунком и не знала, а вы вообще не сталкивались. Поэтому смотрите. С этой стороны раппорт узора начинается немного иначе. Видите, тут как бы лицевая сторона. Вот у нас как бы начался раппорт узора в начале, да? Значит, что мы делаем? Мы или довяжем по ряду, чтобы раппорт узора начался отсюда. Так, сейчас посмотрим спинку. Как она тут у нас продолжится с этого, ага, с этого момента удобно. Так, и тут у нас будет удобно. Что делаем? Значит, тут будем как-то решать задачу с раппортом узора. А не хочется. Здесь же мы будем в дальнейшем набирать планку. И здесь для нас очень важно, чтобы начало ряда было такое же. Вот здесь вот эти ушки равномерно так и располагались. Давайте подумаем, что мы можем сделать. У нас тут даже масштаб рисунка подсказывает, наверное. Наверное, подсказывает, что можно просто взять и распустить вот этот ряд, потому что он был связан более свободной рукой. И когда уже мы сведем воедино все части и отварим, то вот этот ряд, он как раз показывает нам, что есть возможность его, наверное, распустить. Мы так и сделаем. Мы лучше распустим и начнем вот отсюда распустим. И уже тогда начнем по рисунку
Ага. А ведь можно не распускать, ребята. Как будто он уже был распущен. Вот он связан. Вот он связан. Сейчас я эту нитку отвяжу. И все равно получится, что если мы пойдем отсюда, продолжим соединять. Здесь провяжем, здесь соединим и провяжем здесь. Тут все равно получится наряд больше, как будто мы распустили. Так что то на то и выходит. Да, и вот в таких моментах нам все-таки рисунок подсказывает. Тут, как правило, идет на один ряд разница. И в столбиках без накида, когда мы вяжем жакеты, тоже на один ряд разница, потому что там идет несостыковка по рисунку. И тут пошла несостыковка по рисунку. Ну, видите, как моя рука подсказала, что можно, в общем-то, за счет плотности вязания выскочить в данном случае. Значит, я привязываю нитку. Сюда. Шелковые нитки я все-таки стараюсь привязать очень хорошо, поэтому вот двойной обкруткой делаю, дважды вот прохожу так называемый морской узел. Вот он, соединяю его, очень хорошо закрепляю, и все, и теперь он никогда не распустится. Люди потом вот так вот под корень обрезают хвостики. Но я пока эти хвостики оставлю, потом с ними разберусь. Я все-таки не сторонница обрезать. Я потом заправлю иголочку и аккуратненько в какую-нибудь цепочку заправлю эти хвостики иголкой. Так. Набираем цепочку 10 сантиметров, которая должна быть у нас, если вы еще не забыли из-за моей болтовни. Значит, ну тут я считаю все-таки количество петель, чтобы под вторым рукавом набрать такое же количество петель, чтобы уже было все одинаково. Тут же приходится считать. 3, 4. 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Мягкую цепочку делаем, не тугую. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 18, 30. Сколько это у нас сантиметров? Сейчас посмотрим. Ну вот это и 10 сантиметров есть. Так, значит 30 петель. И соединяем со спинкой. То есть берем нашу спинку. И видите, здесь заканчивался ряд. Значит, удобно его с этой стороны будет начинать. Видите как? И я начинаю, как мы начинали. Столбик с двумя накидами вместо цепочки подъемной. Да, вот была цепочка подъемная. И веерочек перед веерочком. Сейчас провяжу ряд. Я уже останавливать видео не буду. Потерпите или прокрутите там. Потому что мне пока сложно
резать или соединять видео. Пока я в этом не дока. Нет у меня хорошей программки, простой, легкой. Для видео. И вот пока я так обхожусь своими силами. Поэтому уж потерпите. Если кому очень надо добыть знания, как я, например, добываю, я наоборот ищу длинные видео, чтобы ничего не пропустить, ни одного, ни полслова мастера, чтобы научиться учесть все нюансы в работе. Вот так я обучалась живописи по видеомастер-классам Сахарова. Он такая умничка, он очень толково рассказывает, показывает. Каждое видео у него начинается уже с каких-то одинаковых фраз. Но я это пропускаю и знаю, что дальше будет мастерство показано. Поэтому мне очень интересно было. И я уже написала сколько? Порядка, ну, больше 50 картин под его руководством. Вот так под видео пишу. Уже какие-то свои разработки сделала по собственным фотографиям. Ну, потому как я, в общем, профессиональный фотограф и видеооператор, но монтировать видео сейчас все так меняется. И 10 лет назад я монтировала видео у меня в колледже. Была мини-типография, я делала всю рекламную продукцию для колледжа. И видео, и фото, и мы делали показы, мастер-классы, участвовали в выставках, участвовали в конкурсах. Наши коллекции побеждали, занимали первые, вторые места. Но это было 10 лет назад, с тех времен утекло много воды, программы поменялись, и я долго этим не занималась, как бы выбило меня из колеи. А теперь снова заново мне приходится обучаться, чтобы сделать для вас хорошие, удобные ролики. Поэтому пока уж простите меня за какие-то накладки, ну, которые я все-таки постараюсь скоро уже исправить и не делать ошибок таких. Вот я дохожу до, прохожу уже спинку. И сейчас буду эту часть спинки соединять со второй передней планкой. Так, закончила, да, проходить спинку. И вот у меня левая полочка. Вот теперь уже пройма, да, рукава, спинка. И дошла я до второй полочки. Нам тут тоже надо набрать 30 воздушных петель, цепочка 10 сантиметров. Раз, два, считаем. Мягкую делаем цепочку. Три, четыре, пять, шесть, тридцать. И плавно, не перекручивая эту цепочку,
мы соединяемся уже с правой полочкой. Да? Вот как раз она закончена в этот, отрезана ниточка здесь, и здесь удобное начало ряда. Мы начинаем. Столбик с двумя накидами. Колем сюда основание. Раз, два. Веерочек перед веерочком. Вообще, как мы интересно попали в этот колледж, я работать, а Настя учиться. Собственно, вот из-за этого метода вот эту пройму придумала еще практически в детстве Настя. Все от Лени. Мы не любили, я вообще никогда не любила сшивать детали в вязаных вещах. Мне не нравились эти грубые швы. Я все вязала по кругу, старалась вязать и спицами, и крючком, все по кругу. Но получалось, что надо было делать реглан, потому как в книгах был описан реглан по кругу, а вот такого метода мы нигде не видели. И Настя мне как-то подсказала, она говорит: мама, ну давай вот так, вот это вот так. У нее пространственное мышление какое-то особое, я не знаю, какое-то конструкторское мышление. Она вот это сконструировала, эту систему. Она говорит: мам, давай вот так, вот так. И мы стали так вязать. И все у нас вязаные кофточки, все, все связано таким методом. И когда мы приехали на выставку в Москву летом, это был еще 2002 год, и потом нас пригласили, ну, мы приехали на выставку, которая называлась в честь года Украины в России, это 2002 год был. Мы приехали с лучшими предпринимателями Украины на ВВЦ. И там, значит, в пятом павильоне мы выставляли свои изделия. Разные предприниматели с Украины. Мы еще с Ющенко тогда приехали во главе. И подошла ко мне директор павильона культуры и говорит: вы династия? Ну, я говорю: ну, получается, что династия. Вот мы с дочерью ездим по выставкам, делаем эти изделия. У нас как бы своя уже, мы фирму такую образовали в Ауле под своей фамилией. И, значит, ездили по конкурсам, делали показы, давали свои наряды для выступления на разные конкурсы. В общем, что-то творили, что-то пытались, но мечтали, что Москва. Приехали в Москву, и нас эта директриса павильона культуры пригласила на выставку, которая должна была состояться через месяц. Она называлась «Знаменитой династии России». Я говорю: мы же не династия России. Да ладно, не важно, будете у нас участвовать. И, собственно, мы так остались в Москве. И на вот этой выставке там проходили какие-то мастер-классы. Директор мне тогда предложила тоже мои мастер-классы там делать. И мы увидели выступление под эгидой Зайцева разных модельеров, учащихся разных учебных заведений московских. И среди них было вот это учебное заведение — лицей трикотажного дизайна. Нас он заинтересовал с точки зрения: ага, трикотажный дизайн, интересно, чем же они занимаются. Узнали, когда у них будет день открытых дверей, и пришли на день открытых дверей, значит, полюбопытствовать, чем они занимаются, как обучают там детей, потому что я на момент отъезда из Николаева я преподавала тоже в лицее в Николаеве рукоделие для модельеров, а Настя там обучалась на швею.
И нам, конечно, было интересно, чем же занимаются в подобном музее в Москве, в лицее в Москве, как у них учебный процесс проходит и прочее. Нас провели к директору. Мы, конечно, взяли там свои фотографии, свои альбомы, работы какие-то показать, чтобы, ну, как бы поделиться опытом. Но директор только спросила у Насти, а мы были лето, мы были в кружевных кофточках самовязанных. И директор спрашивает у Насти: «Настя, ты вставляла этот рукав?» Она говорит: «Конечно». И тут же директор нам говорит: «Зачем такой талантливой девочке поступать на первый курс? Я ее беру на третий курс, а вы у нас будете преподавать». Я говорю: «Да нет, мы пришли просто на день открытых дверей, посмотреть, чем вы тут занимаетесь». Она говорит: «Так, сейчас осталось 2 недели до конца учебного года. Завтра Настя приходит обучаться. Документы пришлете потом, там со школы, с училища из Николаева. Пусть она пока обучается, а вы уже будете преподавать с 1 сентября, потому что уже, ну, как бы конец учебного года, я уже вас не могу как-то вклинить в учебный процесс. Будете у меня заведовать музеем трикотажного дизайна, у нас в лицее есть». И вот все. Я считаю, что это было кардинальное решение нашей судьбы. И решил нашу судьбу вот этот метод, как мы вставляем рукава. Так что, ребята, вот такая история. Пока я вязала, я вам рассказала сказку. И что у нас получилось? У нас получилось, что мы соединили. Вот посмотрите, мы соединили все эти детали воедино. У нас уже как бы просматривается, да? Кофточка. Будущее. Вот будут рукава. Да? Сейчас давайте я наберу под одну все-таки пройму. Покажу, как я набираю рисунок. А уже дальше я остановлю видео и продолжу, когда буду вставлять рукав, чтобы уже вам показать четко, как вставляется рукав. Ну, потому что рисунок вы уже знаете, зачем же я буду тратить ваше время на провязывание рисунка. Я просто хочу показать. Как мы плавно переходим теперь от передней планки к рукаву и к спинке. Ну и таким образом, продолжая сказку, Настю взяли на третий курс. Потому что директор узнала, что она уже вязать на машине умеет. И ее взяли на тому, как был последний последний курс первой ступени, так называемой, в обучении в лицее. И потом по окончании третьего курса она перешла на вторую ступень, где уже получила среднетехническое, так сказать, образование. Она отучилась 2 года, 4-й, 5-й курс. Это уже она получила звание модельер-конструктор трикотажных изделий. Участвовали в конкурсах. Занимали, я уже рассказывала, первые, вторые места. Вот, и параллельно Настя и была и моделью и своих, и других изделий. У нас был театр мод,
Мы, значит, создали при музее трикотажного дизайна в этом лицее. И я как бы руководила этим театром, и мод, и музеем, и, в общем, все-все делали, и фотографом, и оператором была. А потом еще освоила мини-типографию и делали всю рекламу для колледжа. Потом он стал колледжем, три лицея соединили в один. И, в общем, вот такая у нас судьба определилась в Москве. Так мы остались жить в Москве и трудиться. Так, смотрите, дошла я до конца ряда. И что я должна делать сейчас? Я должна навязывать уже веерок, да? Что мы делаем? Веерок я навязываю вот перед, под цепочку, вот эту под цепочку. Видите, по рапорту, если вязать, то я под цепочку навязываю веерок. Так же, как мы делали, это соединяя два плеча. То есть мы тоже между ними набирали цепочку и потом под цепочку навязывали рисунок. Вот веерок теперь мы делаем просто под цепочку. Присоединяемся. Дальше две воздушные и веерок под цепочку. И так далее. Мы наберем раппорт в три веерочка. Ну, почти в 4 даже будет. Тут и тут еще даже получится, я думаю, 5 веерочков. Раз, два, три, 4, 5, 6 спереди. А под пройму у нас получится, наверное, 5 веерочков. Ну, сейчас я сделаю при вас и посмотрим. Лучше не буду отключаться, чтобы уж потом не было лишних вопросов. Лучше, наверное, пусть будет больше времени. Если вам не понравится, вы всегда сможете выключить или передвинуть видео дальше, где вам будет интересно. А я все-таки сделаю свое дело от А до Я, до конца, как обещала. Вот, сколько у нас тут уже поместилось веерочков. Смотрите. Этот будем считать. Раз, два, три. Сейчас будем четвертый. Раз. Плохо, когда порванная нить, но ничего не поделаешь. Так, раз, два. Мы ее потом заправим, спрячем. Пока. Так, раз, два. Так, и третья ножка веерочка. Раз. Так, раз, два, три, четыре веерочка. И вот мы их распределяем по цепочке. Вот сойди, смотрите, как они плавно на цепочке хорошо размещаются. Так, и присоединяемся сюда. Тут у нас тоже должен быть, значит, тут веерочек, а здесь прикрепление. Вот так вот мы прикрепимся. И сделаем две воздушные. И будем делать уже веерочек
в ряду спинки, вот, перед веерком. В общем, продолжаем рисунок по рапорту. И также я дойду до той проймы, до второй. Также я наберу столько же веерочков под второй проймой. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4 веерочка. Этот уже здесь как бы входит в рапорт рисунка спины. А то, что под цепочкой, вот считаем. Под цепочкой получилось 1, 2, 3, 4 веерочка. Также дойдем до этой цепочки, под нее также наберем 4 веерочка и будем идти уже вниз, делать такую длину, которая нам понадобится, или сколько хватит ниток.